Национальная гостиничная премия – самый масштабный и авторитетный конкурс в сфере гостеприимства России. Ежегодно сотни лучших отелей страны вступают в соревнования за звезду победителя премии. Награду получают не все из них, но все без исключения показывают высочайший уровень услуг и качество сервиса. Участники премии получают мощный импульс для развития, мотивации коллектива и привлечения новых гостей. На премию 2023 года было подано более 400 заявок. Около 200 участников из 44 регионов были представлены в 39 номинациях. 165 номинантов вышли в финал конкурса. Победителей объявили на торжественной церемонии награждения 1 декабря 2023 года в отеле «Пальмира Бизнес-клуб» в Москве. Мы стали смотреть на нашу страну другими глазами. Мы все наши усилия направляем для развития внутреннего туризма. И вы именно те люди, которые делают все от вас возможное, чтобы показать нашим туристам все многообразие нашей страны. Отели же это все-таки не стены, не архитектура, да и даже не удобные матрасы с подушками. Это же вот люди, которые все это создают, которые и формируют ту самую важную услугу, и формируют ту самую основу нашей всей отрасли, отрасли гостеприимства. Счастливы впервые участвовать в этой премии. Мы с восторгом наблюдаем, как развивается туризм в России. Лучший спа-отель «Гранд Шале Алтай», Алтайский край. Объект «Гранд Шале», вы знаете, это такое место, где роскошь появилась, сохранив природу. Думаю, что в любой отрасли, и не только это относится к гостиницам или к санаториям, важно, чтобы всегда отмечали чей-то успех, всегда отмечали чьи-то достижения. Это не только какая-то ярмарка тщеславия, это прежде всего награда тем, кто ее действительно заслужил своими усилиями, своим упорным трудом, своими достижениями. Знаете, я лично голосовала, была членом жюри, мне очень было интересно ознакомиться с нашими гостиницами. Тот сервис, который они представляют, в некоторых гостиницах это целая концепция отдыха. Это и благоустроенная территория, это и семейный отдых. Поэтому узнать лучших среди лучших, поделиться опытом. И у каждого была возможность ознакомиться с этим материалом, который был представлен. Туристическая отрасль может эффективно развиваться только в состоянии высокой конкуренции. И чем конкуренция выше, тем лучше качество, тем доступнее цены и тем профессиональнее участники отрасли. Именно за это мы бьемся и именно на это опираемся. Именно конкуренция способна решить большое количество проблем, которые у нас в отрасли существуют и в гостиничном сегменте отрасли в том числе. Премия, она работает на то, чтобы вот в этом состоянии высокой конкуренции подсветить лучших, поблагодарить их за вот эту вот тяжелую конкурентную борьбу. Мы можем обмениваться мнениями, мы можем друг другу помогать советам, и мы можем, главное, вот в этой обстановке у нас такая синергия происходит, когда радостные чувства под завершение года, под завершение своих
планов, хотя у нас еще впереди ровно 30 дней, да? Тем не менее, мы можем вот именно в этом сгустке, в таком сгустке, ну, сказать друг другу именно те напутствия и именно те желания, которые необходимы в нашем бизнесе, в бизнесе гостеприимства. Это премия, которая дает зеленую дорогу гостиницам в плане продвижения. Когда идет голосование, многие гости, которые проживали в этом отеле, начинают по-новому оценивать качество этих гостиничных услуг, высказывать свою точку зрения. Каждый участвует ради престижа прежде всего, но это является эффективным инструментом для того, чтобы победить в борьбе за потенциального гостя. А соответственно, это улучшение экономических показателей гостиницы. Ну и вторая особенность – это то, что избрано трехстадийное голосование, которое, на наш взгляд, дает наиболее объективную оценку.